Всем привет, ребят! С вами снова Диана. И сегодня 20... Какое число? 23? 22. 22 число. До Нового года осталось 9 дней. И это 5-е видео, которое вы смотрите от меня. У-ху! Короче, Диана лох. У Дианы ничего не работало, и Диана весь день ничего не делала, потому что Марина до 5 часов, она была в школе, на ориентации это была. Угу. Вот. И так что снимать особо было нечего. Потому что... И сейчас я сходила к Марише за нашим любимым чайком, гунчак это называется, и там внизу эти тапиока, мы ее обожаем. Вот. И Марина сказала, что там любимая ее программа, которая корейская, они тут находятся на Синчоне. Так что мы туда идем и вообще пытаемся сделать для вас интересное видео. Но вообще Марине надо учиться. Ну, короче, как обычно. Марине уже плевать. Все в порядке. Марина, а что это вообще за программа? Что они там делают? Ну, это получается там разные представители стран. И они обсуждают разные проблемы. Ну и сравнивают, как в какой стране и вместе с... Ну, на корейском языке разговаривают. Очень интересно. Ну, короче, мы опоздали. Ну ладно, это было 2 часа назад. Слезы. Остановитесь. Ну, обычно, короче. Что будем делать? Вы бы решили собрались меньше, чем за 5 минут. И всегда там ничего не было. Зато мы вышли. Ну да. Мы с Мариной, как обычно, наблюдаем за едой. Это как огонь, на него можно смотреть бесконечно. Марина говорит, порно у меня на канале просто. Фуд порно. Ну что, сегодня начнем? Кушать? Нет, там напитки с алкоголем. Короче, мы с Мариной купили пирожки из рисового теста. Это не пирожки, это чудо. Марина говорит, это не пирожки, это чудо. И там внутри, как это называется, бобы? Да. Бобовая паста? Угу. Бобовая паста чуть-чуть и клубника, просто целая клубника. Короче, это просто, как обычно, короче, надо назвать, как мы едим влог. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, ну, еда. Пришли с Мариной играть в этот, в бильярд. Тренировать наши скиллы. Марина все смотрит на еду. Марина, ну-ка, сиди, сиди. Давай. Опять ты будешь у меня на заставке, давай. Как мы едим постоянно. Просто, просто любовь, на самом деле. Кофеек хочешь? А? Кофеек. Ох, как заманчиво. На самом деле, при том, как я не люблю пат, это вот... Эту пасту бобовую, вообще бобы не терпеть не могу. Это фигня очень вкусная. Не фигня. Это просто... Ой, не нюхай. Я просто... Клубничка. Yeah. Вообще вкусно. Еще сейчас сезон клубники. Уже классно. Вкусную клубнику скорее приезжайте сюда зимой. Ребята, у нас с Мариной спор. Это зайчики. Это зайчик или нет? Мне кажется, это не зайчик, но я не знаю, это что это ушки. Первые. Но их завязывают. Это носик, а это шутка. А где тогда этот усики там и носик? И вообще носика нет. Это носик. Это рот. Это носик. Это рот. Это носик. А где рот? А он вот здесь, вот его нет. Ты что, смеешься? Смотрите, это же зайчик. Да это не зайчик, это больше похоже на дьявола, кто чем это, на кто зайчика. Кто это? Смотри, у дьяволов не могут такие увидеть. Ну смотри, ну смотри. Просто рога. Зайчик. Заяц. Это не заяц. Это заяц. Ты посмотри. Ну вот, мои зрители скажут, не заяц это или не заяц. Ты не выбьешь его. Оба, на. Что она хочет убить? Я думаю, она целится в черную. Ладно, окей. У Марины есть прикол, когда она не хочет, чтобы я забила,
Она, короче, над лузой делает вот так. И она верит, что это работает. Давайте тоже сейчас так Марине сделаем. Опа, опа, опа. Ребята, это не работает. А может, он тоже был фиолетовый? Серьезно. Вот это всегда, я всегда вырываюсь, я всегда опережаю Марину, а потом она выигрывает. Он залетит, он залетит, он залетит! Ну, все потому, что я снимаю. На самом деле, все было по-другому, если бы я не снимала. 2-2. Выиграла дружба. Сейчас соберемся с Мариной идти играть в всякие разные игровые автоматы. Что ждем, пока Марина вернется с туалета. И мы идем. Хотели мы с Мариной попрыгать, но тут мы посмотрели, кто тут прыгает, и решили, что это плохая идея. Черного, я не помню. Это из «Унесённых призраков». Да, это из «Унесённых призраков». Мы разговаривали с Мариной, как это будет страшно, если у вас дома будет такая игрушка. Блин, я не могу показать лицо, но это очень страшно. А Стич миленький. Руки болят, ноги болят. Я вспотела. Ты же смеёшься? Марин, давай, всю злость давай. На кого? Не знаю, на учебу. Я хочу 940. Ты что, серьезно? Ты устал, у тебя руки болят. Последний раз. Или нет? Марин, у меня будет 500, я... Так и называется азарт. Ты понимаешь? Я хочу быть первым. Ох уж этот перфекционист в себе. Сосочка. Я пошла. Ладно, потом. 751. Я лох. Одна еда, отвечаю. Happy birthday? Happy holiday. Happy holiday. Надо у знакомого день рождения в четверг, послезавтра. Мы хотим тортик ему купить с Мариной, так что вот. Да, я когда еще не приехала в Корею, я всегда мечтала об этом торте баскетбольном с день рождения. Ага. Да. И что, тебе подарили его? Да. Мне его, наверное, года два подарили, я его обожаю просто. Давай ему подарим Love You. Ааа, Джаджангян Джампо. Слушай, или вон. Смотри, мне нравится с обезьяной. Ой, да, вот это прикольно. На самом деле я за Love You. Да, ничего такого. Милашка. И за принцессу. Обычно мы едим, ребят. Что за фигня вообще? Ой. Вот такие мы обжоры. Ну что, надо греться. Зимой, я так скажу. Пахнет она вообще божественно. Вкусно пахнет? Мне напомнила тортик, который делает мама. Ой, пахнет, знаешь, моим любимым моим яблочным штруделем в сливках. Я думаю, тоже чувствую. Ну все, ребят, мы кушать. Да что ты какая-то, иди туда. Я не хочу. Но ты меня уже фотала. Чего ты кого-то стесняешься? Их? Их? Или не их? Хочу. Или их? Короче, вот тут вот стоит эта вот прекрасная вещь. И мы тут фотались уже один раз с Мариной, но было освещение не очень. Марина тут хочет сфотаться, но не хочет дойти. Ну вот как так? Где ваша логика, женщина? Ее нет. Папа! У Марины проблема. Марина не может выйти из дома с ненакрашенными губами. И бровями, и глазами. Молчали бы вы, дорогие. Так что я предложила ей зайти в магазин косметики и накрасить губы. Ну и вот, она зашла. Обычно она на такое не соглашается. Все так плохо? Боже мой, было бы куда идти? Мы идем в банк, женщина.
Ну окей, ладно, раз мы тут, то я тоже докрашусь. С моими бровями все в порядке? Все в порядке. Сори, ребят, вчера забыла полностью закончить этот влог. Не знаю даже почему, что-то как-то мы ходили с Мариной туда-сюда и пришли домой, очень устали. Я легла спать, не думала ни о чем. Сейчас сижу, редактирую все эти влоги, которые я не выкладывала. И также крашу ногти, и также слушаю музычку прекрасную за окном, которая играет. Так что да, надеюсь, вам понравилось это видео. Сори, мы опять-таки с Мариной много ничего не делали, ходили по улице просто, но хоть что-то все-таки, я так думаю. Так что да, видео каждый день включительно до Нового года. Всех люблю, всем пока!